Квартет создан чуть больше 20 лет назад из выпускников Петрозаводской государственной консерватории под управлением педагога консерватории Евгения Владимировича Терехова. Ну, концертов у нас довольно много в последнее время. Играем на всех площадках Петрозаводска, да, которые тут, в общем-то, есть. Да, то есть филармония, консерватория, большой зал, филармония, малый зал, библиотеки, музеи. И в последнее время с большим удовольствием нам предоставили зал ЗАГСа, где мы сейчас находимся, и с большим удовольствием мы здесь играем концерт. Мы выступали с такими солистами, как, например, Сауля Искакова, это солистка Санкт-Петербурга. К нам приезжает очень часто наш любимый скрипач Карен Шагалдян, это скрипач мирового уровня, и нам даже посчастливилось играть вместе с ним вот именно камерную музыку, и это был совершенно замечательный опыт. Мы выступали с Евгением Князевым, а также за столько лет мы побывали в залах всех детских садов, школ. Школы очень нас любят, принимают. Мы ездили по школам и садикам и Карелии, Кем, Беломорск, Медвежегорск, Костомукша. В общем, многие города Карелии, да, очень хорошо нас принимают и очень ждут в гости всегда. Ну, у нас было много интересных проектов, в том числе мы, например, снялись в клипе Насти Орловой, участвовали в музыкальных лекциях Анны Веленской, и это, на самом деле, достаточно уникальное явление, потому что только здесь она выступала с струнным квартетом, и записи набрали популярность в интернете, и все хотят слушать лекции именно с нашим квартетом. У нас были съемки в передаче на телеканале НТВ, передача «Поедем, поедим». Тогда был ведущий Джон Уоррен. Вот они приезжали в Русский Али прямо вот на воде. Мы снимались на плоту, на понтоне. Как пенится светлая влага в боках, так сердце кипит, пусть любовь. Наш коллектив работает в отделе просвещения. Больше я скажу то, что каждый из нас внес очень большой вклад в этот отдел, потому что каждый из нас солист. Мы ездим по городам, мы представляем свои инструменты. Мы представляем свои инструменты, так как у нас квартет, мы представляем их сразу семьей. И детям, и взрослым очень интересно. Мы солируем каждый на своем инструменте, потом играем вместе. И этим самым мы показываем, что такое ансамбль. И, конечно, когда мы играем уже все вместе, это уже звучит как мини-оркестр. Это очень заинтересовывает публику. И вот мы этим самым рекламируем и классическую музыку, и состав струнных инструментов, потому что на самом деле есть люди, которые даже не знают, что это за инструменты, поэтому мы с удовольствием это делаем. Еще помимо академической музыки мы играем очень, очень много разной совершенно музыки. Пишем сами аранжировки, аранжируем там поп-музыку, рок-музыку, и поэтому это очень, на самом деле, разносторонняя сфера, и можно попробовать себя совершенно в разных жанрах. То есть, допустим, люди приходят на концерт, вот классика, да, ну как у нас принято. Это скучно, ну не принято, а как люди думают, которые не просвещены в этом деле. И вдруг они слышат, допустим, Smoke on the Water, например, да. Они слышат, да. У нас есть такая программа специальная, да, во фраках и джинсах, как раз мы ее исполняли здесь, в Дворце бракосочетания, где охватывается и популярная классика известная, и какие-то рок-хиты, и из сериалов саундтреки, из фильмов. То есть люди приходят и понимают, что это не скучно, что это очень разнообразно, и очень много интересной музыки во всех сферах. Thank you.
категории слушателей у нас совершенно разные. То есть вот у нас дети, начиная уже с 3 лет, они уже ничего не боятся, приходят к нам на концерты. Мы, для детей в этом возрасте очень важно что-то потрогать, послушать, поскакать, попрыгать. Вот это с удовольствием они трогают. Они 3-летние садятся за наши инструменты и пытаются что-то на них поиграть. И каждый себя чувствует уже скрипачом и виолончелистом, и альтистом. Вот, и с удовольствием они потом приходят опять к нам на концерты. Вот, для школьников у нас специальная программа «Играя классику им», да, которая звучит в каждом телефоне, да, теперь. Вот, мы каждый раз, кроме этого, что-то им прибавляем. В каждом концерт мы вносим какое-то произведение, и тем самым постоянно их в свой репертуар вводим. То есть мы им играем музыку, которую они слушают с удовольствием, да, вот прямо вот приходят специально слушать ее, а также мы им играем музыку, которую они слушают, и они уже, так сказать, переходят на следующую ступеньку, вот, и понимают, разносторонне развиваются. И потом, конечно, заинтересовываются и приходят уже на более серьезные какие-то концерты той же самой камерной музыки. Вот, и приходят не только на квартет, допустим, да, а у них возникает заинтересованность как-то послушать другие составы, скажем, духовые там, или вокалистов. Вот. То есть и вот происходит такое развитие. Музыка — это наш стиль жизни. Мы живем вот именно так, как мы работаем. Даже слово «работа» для нас — это правда, нельзя сказать «работа». Мы живем музыкой. В свое удовольствие. Потому что мы работаем не только в квартете, но еще и в оркестре. И поэтому получается, что весь наш такой рабочий день он полностью состоит из музицирования, чему мы несказанно рады. Потому что ну, каждый для себя музыкант выбирает свою профессию и знает, что вот его, вся оставшаяся жизнь она будет связана именно со своим ремеслом. И поэтому да, для нас музыка – это стиль жизни. Так это наша жизнь, мы живем этим. Да? Мы когда собираемся вчетвером, мы как будто куда-то уезжаем на курорт и начинаем делать то, что мы любим больше всего на свете. Thank you.